Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупский трек. А мне семечек. А мне. Димочка уже дерет всю кормилицу, блин. А с нами поделиться. О, коробки от роутеров. Не просто коробки. С новыми блоками питания. Здесь. Так это топчик. На 12 вольт? Нет, 5 вольт. Были бы на 12, было бы идеально. Но они новые. Можно. Конечно, можно продать. Все забираем. Вот еще блок питания. И не один. А, это интернетовские кабеля. А там вот меди это... нет. Да тут сейчас интернет проводят. Да. Так, ну мусор убираем. О, машинки. Машинки такие на барахолке покупают. Пусть даже они ушатанные слегка, но все равно их купят. Нормально. Нифига себе сколько. Самое крутое, что они новые абсолютно. Ребят, тут вынос с хаты. Какой-то ковер или чё. А, это шторы. Кстати, топовые шторы, ребят, зацените. Дим, вот тебе шторы в дом. Люди, зачем вы это сделали? Они взяли и специально порезали мибенды. Порезали провода? Да, специально, чтобы никто не чтоб никому не досталось. Дай посмотрю, что это. Модем какой-то. Что это за старое говно? Оно еще и с антенной. Жесть. Skylink. CDMA EVDO USB модем. Короче, очень старый модем, который купят на барахолке. Не-не-не, это не проба, а шляпа. Какая-то надпись. Да это видно, бежит. Возьми, проверишь потом. Так, у меня, короче, смотрите. У меня какая-то, это плед или что? Смотри, смотри, какой плед топовый. О, ля, топчик вообще. Берем. Так его продать можно. А вот здесь шторы у меня на продажу. Вот такие топовые шторы. Не, вот эти круче намного. Посмотрите, ребят, вот эти шторы с каким узором красивым. Я бы их себе в комнату повесил бы даже. Обалденные. Мне нравятся. Я их себе оставлю, а эти на продажу. Ребятки, вообще в нашей деятельности слишком много факторов, которые влияют на успех улова. Мы должны учитывать пиковое время загрузки баков, время вывоза мусора, понимание платежеспособности жителей того или иного района и другое. Все это я анализирую, в итоге получается находить крутые вещи. По данным аналитиков, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Прикиньте, сколько всего можно найти на этих территориях. Но если мусорка тебя не манит, то уверен, что IT точно тебя привлечет. Высокая зарплата, в среднем 130 тысяч рублей в месяц. И удаленная работа привлекает многих. Работать где-то на пляже Индийского океана, ну это же просто кайф. Я уверен, что у тебя глаза загорелись, и ты решил кардинально поменять свою жизнь. И ты выбрал IT. Поэтому обрати внимание на аналитику данных. Это один из самых простых входов в IT. Обучиться этой профессии и стать прошаренным аналитиком можно в онлайн-школе IT-профессии Skill Factory. На курсе аналитик данных ты получишь только практические знания. Научишься использовать алгоритмы для решения реальных бизнес-задач. Поможешь зарабатывать больше компаниям, за что они щедро с тобой поделятся прибылью в виде высокой зарплаты. И не переживай, что ты не справишься. Skill Factory за руку тебя проведут по этому пути и поддержат на каждом шаге. Для этого у них есть менторы. Центр карьеры поможет составить резюме, проведет тестовое собеседование и расскажет, как получить крутой оффер в компанию мечты. Поэтому прямо сейчас заходи по ссылке в описании, вводи мой промокод Штребух и получи 45% скидку на обучение. У Димы тормозов нет. Как он не боится ездить вообще. Дим, почему у тебя нет тормозов? По Бырику объясни. Потому что фирма Zoom, которая выпускает тормоза, их спускает, сука. Ребят, вот купил он этот самокат за 130 тысяч и все, и минус тормоза. Родные тормоза зумовские, полная шляпа, они ссат со всех дыр. Тут он вообще снял суппорт, вот он висит. Короче, придется ему ставить другие. Вот, зум, видите, шляпа полная, в комплекте с Якомура идет вот эта шляпа. Ребят, зацените, что нашли, какие огромные ашкуди. Только они не заряжаются. Но это пушечка, ребятушечки. Ух ты, какой насос. Поломанный, правда? А не, хотя он будет качать. Так бери ты его, эти памперсы. Мне не интересуют они. Насосик неплохой нашли, пойдет на продажу. Че ты раскрылся-то? Эй, закрывайся давай. Китайская залупа. Опа, это от машины. Что-то у нас тут. Алюминий. Все.
О, вот это вынос хаты. Вау, вау, нифига себе. Какая игрушка красивая, ребятки. Дима, лови. Да забери, ее купят. Ой, это же воздушный такой, типа робот. Ну, летающая фигня по полу. Она рабочая. Так, берем самые элитные игрушки. О, вот эту собаку купят. Смотри, какая классная. Да тут много всего такого интересного. Вот эти игрушки, это, я думаю, что-то недешевое. Вот такие вот. Кусочек красного скотча, но там его мало. О, вот такие пупсы купят тоже. Пупсов вот таких вот. Куколки. А, что у нее с ногами. Жаль, что тут телефонов нет, ничего такого. Да тут это с детского садика, походу. Тут три пака. Три пака игрушек. Тут их до хрена, офигеть. Вот еще игрушки. Буду накидывать в эту коробку, короче, нормальные игрушки, которые можно продать. Потому что их тут очень много, реально. Мишка одноглазый. Вот эти штуки. Ну, вроде целая вот эта вот, может, кто купит, хз. О, это Стич. Или как его там? Стич, смотрите. Его, наверное, тоже купят. Красивый он. Вот такое. Не, он какой криповый, жесть. Он такой очень криповый, этот ребенок. Это вот здесь детский садик, вот он. И с него это выкидывают. Вау. Вот это, может, купят. А это что? О, калейдоскоп. О, машинка хорошая целая, капец. Вот такое выкидывают. Вау, какой Мерседес или что это? А, вот от нее пульт, прикинь, я нашел. От машинки этой. О, этот Слёрпи. Слёрпи или как его там? Фёрби. Вот он, Фёрби. А как он работает? Я понял. А как его включить, Фёрби вот этого? Ну ладно. Берем. Фёрби это топ. Это я точно... Ой-ой-ой, что это такое? Страшная игрушка, Дим. Стрёмная игрушка, стрёмная. Посмотри на неё. Ура, криповая всё. Тесно, а такое кто-то купит? Дим, стул купят? Да он огромный просто, его вести неохота. Он очень большой. Он много места займет. Вау, кто это забыл, как его зовут? Ну его купят. Это телефон? Чарон Бэйби! Чарон Бэйби! Чарон Бэйби, Шарон Бэйби, ребят, Чарон Бэйби, на тайпсишечке, Чарончик Бэйби, и картридж даже есть для него, Шарон Бэйби, вот он, испаритель вот от Шарона Бэйби, вот чехольчик Шарон Бэйби засунем, неплохая находка, его можно продать рублей за 800, Шарон Бэйби вот этот, Шарон Бэйби, Шарон Бэйби. Вау, кукла драная. О, вот это целая. Купят. Так, пони. Вау, вот это купят. Так, вот это купят, наверное. Самые целые игрушки, короче, беру, а там купят, не купят, хз. Ой-ой-ой-ой, нифига себе. Пушка вообще. Топовая игрушка. Вау, нифига себе, смотри, какая тема. Тут игрушек вообще капец. О, это же этот. Лунтик ебучий, блядь. Лунтик. Вот эта кормилица достойная. Много тут баков. Так, тут какой-то голяк, а вот тут интересно. Мешок для находок. О, Найки. Арик. Похоже на Арик 37 размер. Прошитые. Да, Арик, чувак, топовый. Вспомни, у кого такие кеды были. Я не помню, Рик и Морти. Это Венс или что? А, Кроп. Ну, Найки топ, чувак, реально. Короче, ребят, зацените. Найки, какие топовые. Прошитые оригинальные. И Рик и Морти кеды из Кропа тоже пойдут на продажу. На. Лампа, кинь мне. Капец, так это офигеть, если она работает. Капец, какая лампочка, ребят, огромная. Видели хоть раз такие? LED Power 65 ватт. Обалдеть. Эра. Будем брать. Вдруг работает. На улице холодно, решил приодеться из помоечки. И пиджак свежевытащенный, весьма к теме. Да, ребят, топ стиль. Шорты, спортивные кроссовки, пиджак. Дима на стиле, как обычно. Но зато тепло, правильно? Ну, реально прохладно вечером стало в Краснодаре. Осень как бы наступила как-то резко. Че, пацаны, есть хоть что-то интересное? Матрица битая от ноутбука. Угу. Шляпа. Я вижу топовые находки. Подожди, а это что? Матрас? Так, удлинитель. Хороший. Ой-ой-ой, интересный, берем. Это домой. О, для телефона сумочка. О, даже молния работает. Чисто это для спорта. Телефон подвешивать. Смотри, Дим, она еще тянется, резинка. О!
Смотри, может оригинальный провод. Похоже, кстати. Стойка, да, я сейчас скажу. Паль. Ну, может, рабочий, возьми себе. Он просто с виду как, ну, хороший. Водка? Да ну нахер, чуваки! Обалдеть! Тут почти литр водки. С досад... А, не, понюхай. Не, какой-то лимонад там внутри. Бля, я так обрадовался, думал, водка. А подожди, попробовать надо. Может, это водка такая? Она он дринк какая-то. Дай Мише кто-нибудь глоток. Ну, убери, она упадет. Попробуйте. От зубной щетки. Зарядка. Опа. Да ну нахер! Саважи Диор. Это мини. Ребят, духи полные Саважи Диор. Смотрите, видите, полные. А ну проверим, паль, не паль. Не похоже на паль, ребят. Запах обалденный. Да, магнитится. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Магнитится. Саважи Диор оригинальный. Вот медь. Или я, может, зубную щетку сейчас найду, эту электрическую. Бусты. Изи-бусты. Смотри, шнурки рефлективные светятся. Слушай, качество топовое. Рефлективные шнурки нужны кому-то? Давай. Они светятся. Вон. Подожди, а что с кроссами? Там подошва. Только я второго не вижу пока. Ребят, вот такие Саваж Диор стоят новые вот столько. Здесь полная бутылка мине на халяву с помоечки. 100% оригинал, видно сразу. Все, номер, все, качество, видно, все четко. Видно, что не паль. Помоечка радует сегодня, во мне просыпается азарт. Что это у нас? Чайничек? Ну, заварничек. Целый. На, берем. Давай. В коробке. Продадим. Прикинь, вот коробка от этих Саважи Диор. Вот, ребят, смотрите, Саваж Диор коробка. Вот все номера и так далее. Видно, что это точно Арик. Вот коробочка. Ля, какой рюкзак хороший. О, так он хороший и целый. Бренд Херкчел какой-то. Хер какой-то с помойки. Смотри, молния работает. Он как новый вообще, на выход бери. Вообще как новый. Рюкзак, ребёк, ребятки, ребёк. Оригинальный. Прикинь, оригинальный. Целый. Тупо целый ребёк. Это мини. Топовый ребёк, ребятки. По помойкам как раз ездить. Чтоб я вот этот не ушатывал, потому что это у меня на выход вообще. О, так тут даже эти бинты эластичные. Кто-то спортом занимался. На тренировке ходил с этим рюкзаком. Молния топовая, ребят. Ребёк. Вот такой рюкзак новый стоит. Вот столько. Дай мне тот. Дай мне тот. А вот такой рюкзак новый стоит вот столько. Он реально как новый. Его постирать и вообще будет в идеале. Вот и этот, второй Easy Boost. Ребят, Миша влетел вот эти тапочки Easy Boost из помоечки с рефлективными шнурками. Смотрится вообще топово. Там, правда, подошва треснута, но для помойки пойдет. А вот его старая обувь, посмотрите. Но им жопа, откровенно. А вот эти намного круче вообще топ. Помойка обувает. Ой-ой-ой-ой, что я тут вижу? Оу-воу-воу-воу-воу, капа. Да ладно. Блин, оригинальная, чуваки. Реально, капа, оригинальная сумка. Драная, правда, капец. Но для помоечек пойдет находки возить. Обалденная сумка вообще. Особенно для находок. Хорошая. Жаль, что драная. Капа Краснодар, смотрите, написано. Чуваки, у меня топовая сумка для находок. На колесиках капа. Кстати, зацените ребятки, какие мы часики нашли. Котлы огромные. Михаил Корс. Только вот они паленые, не оригинальные. Но на барахолке за 100 рублей продадутся. О, детская коляска прогулочная, легкая. Бутерброды? Ой-ой-ой-ой! Пакет бутербродов с рыбой, походу, свежие. Капец. А ну-ка, держи. Сейчас проверим. Ну, отложи, пока я вылезу. Но травануться рыбой, это тоже так себе удовольствие. Это очень печально может оказаться. Будем верить, что это нормальное там все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Техника. Тяжелая? Не, что-то такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Это бутербродница, блинница. Что это? Прикинь, тут даже вилка в разобранном состоянии с отверткой советской в комплекте. Что это? Кусок силикона? А для чего это? От чего, точнее? А что это делали? Прикинь, от чего это? Это не от этого. Это на пузо какое-то лепили или что? Может, ее тут делали.
Какое-то непонятное, что это. Можно сделать самопальную дырочку. Вот силикон уже есть. Вот где вот от этого силикона, ребят, изделие? Где оно? Мне бы очень хотелось посмотреть, что это было-то. Что делали-то? Что заливали? Дим, смотри, надо кружка, чашечка. Это для чая. Это для зубной щетки. А, точно. А вот зубная щетка. Ну, насадка чисто от нее. Итак, ребят, дегустируем бутер из помойки с рыбой. По виду огурцов могу сказать, что они как бы не первой свежести. Ну, вчера. Рыба не вчерашние, наверное. Не, позавчерашние они по виду. Руки надо помыть вообще, если хавать. Итак, ребятки, нюхаю вот эти бутербродики. Хлеб очень мягенький, свежий. Они с маслом и рыбой красные. Ну, зелень подпортилась. Вот про рыбу не могу ничего сказать, потому что непонятно. А ну-ка. Бомба. Погнали хавать, значит. Проблем нет. Огурчики, видите, подзавяли. Помоечка кормит, ребят. О, у меня с ветчиной, кстати, попался. Да? Да. И с сыром. Вау. Зелень-то выкидывай. Не надо, я вместе с ней все съем прекрасно. Так зелень уже испортилась. Ничего страшного. Попукаю и все. А питательные элементы провалятся куда нужно. Помойка кормит, ребятки. От рыбы очень хорошо поднимается. Очень интересный орган. Нам-нам-нам-нам-нам. О, топовый куртец. Не лежит, а висит. А, женский. Бери-бери-бери. На продажу, сейчас осень. О! Нормально, еще и насадочки от него, смотри. Проводной пылесосик. Пылесосик, ништяк. Все тут вот такие вот, смотри. Хорошее состояние. Вот такие неплохие. Это металлический шприц, обалдеть. Нифига себе, смотри, какие штуки. Бабушки купят вот это вот. Это на стенку вешать. О, детская вот это купят. Комбез. О, норматив. Аксиния. Нормально еще. На продажу. Вид у него топовый. О, мыльно-рыльная, нормативчики, о. Так, пацаны, кто там на по мыльному-рыльному? Опа, нифига себе, какая кошечка. Вот это купят для интерьера. Какие-то книги непонятные. Happy English, счастливый английский. Happy English, интересно, купят вот такой? Я так его учить не буду по книгам. Нифига себе, банка с чаем. Видим, какая баночка. Чай черный с соком имбиря. Кстати, забыл сказать, ребят, вот такой пылесос стоит на Авито вот столько. В целом неплохая прибыль. По-любому он рабочий. Вау, какой чемоданчик. Там что-то есть? Не, он легкий. Можно находки в него сложить и повезти. И продать, кстати, даже получится. Он целый. Да он за 1000 отлетит со свистом. Катается. Вообще хороший чемодан. Вот он рублей за 800 спокойно отлетит на Авито. Будем забирать. Там колонка, колоночка, вот увидел, Свен шляпный. Ну, она как новая, кстати. О, вторая. Так это можно забрать. Тут надо просто проводки подключать. А тут кто-то специально их порезал. Они все порезанные, прикинь. Да, падлы, а. Урод. Вот кто режет технику специально, урод. А так-то вообще мы затарились, ребят, посмотрите, как самокат забит. Просто капец, и я как-то еду. И у Димы тоже. Просто помойка дарит много находок, поэтому надо их куда-то складывать. Вот паленые найки, шляпы. Кто-то, я смотрю, тут уже полутался. Вон, улики от конкурента, я смотрю, вот. Машинка для инструментов. Опа, какой дракончик, крокодильчик. О, вот они, где все игрушки. Нифига себе, танк какой. Слышь, Дим, смотри, танк какой. О, смотри. Ой. О, флешечка на месте. Флешечка. Флешечка. Видеорегистратор. Видеорегистратор, пацаны, нашли китайский шляпный с флешкой на 8 гигов. Да его купят на барахолке. А он, кстати, да, поплавился. Это от жары, походу. Реально от жары. Или от аварии. Да, думаю, от жары. На солнце машину оставили и поплавился. Диктик-кормилица. Диктик-кормилица. Вот она. Вот она, кормилица. Это... О, это посылки отправлять. Дим, тут столько это наполнителя тебе для посылок. Хочу найти сегодня много техники классной. Яблочки нормальные. Опа. Нифига, как новые реально ботинки. Так это кто-то в этом работал или что? Что за штаны такие? Нифига себе. Так это спортивные. Блин, можно мне их, Димон? Мне они очень нравятся. Мне.
Димочка, можно мини? Вау, топовые, вот походные. Так это походный набор, топовые штаны спортивные. Ребят, реально как новые. Бренд непонятный. Ну, не дешевые видно, короче, не с рынка. Спортмастер или что. Лифчик с пушапом, ну, это такое. Вот обувь, смотрите, с этими штанами была. Набор походный, стопочки, вот. Вот, это флисочка, вот это набор походный. Она тебе будет большая, Дим. Это вот штаны, вот эта флисочка, это набор. Для, это на ноги одевается, да, это на ноги. На ноги, чтоб... Так оно новое, прикинь. Так, аксессуар для занятий спортивным туризмом. Гетры на обувь. Это гетры на обувь новые с биркой. Акуэнкуа вот какая-то. Кружка, кружка тоже походная. Да, 400 миллиграмм. Вот, стопочки. А это что? Дождевик походный. Дим, это все, я это все куплю у тебя. Мне надо это в походы. Мы в походы в горы будем ходить. Это мне надо. Набор походный. Штаны, футболка, походный костюм. На ноги. Эти штуки, бутылочка, вот поход, и рюмочки, смотрите, и вот еще термоодежда. Обалдеть, вот эта помойка порадовала. Обувь, жаль, не мой размер, но ботинки это вот тоже по горам бегать, кросс-контакт. А у тебя что? А, для рюмки? Для рюмки какая-то вороночка, я не знаю для чего это, что это вообще? Походные тоже? Вот, да, тоже в походы ходить. Это все одной фирмы, кстати. Такой набор походный, короче, вот. Крем от загара и тоже ауэкчуа, вот так нож всего, да. Пластиковый, походный. Капец, походный набор налутали. Ну давай, тебе флиску, мне штаны. Поделили находки, короче, ребят, нормально. Помойка дарит походные аксессуары. А, кстати, это лифчик Виктория Секрет. Виктория Секрет лифчик. Да, возьми лучше, может кто купит пакет Луссио. Нифига себе, да тут элитная алкашка. Или что это там внутри? Какая-то сгущенка. Что это такое? Смотри, это трусы, Дим, нафиг они мне. Вот это что, Дим, попробуешь? Там какая-то жижа непонятная. Вот, сумку на продажу бери. А не, не бери, она облезла. Понюхай, что это? Это как будто со сгущенкой водку смешали. Попробуй. Не пей, просто попробуй, выплюнь, скажи, что это. Короче, я попробую вот эту жижу непонятную. Да нет, это просто сладкая сгущенка. Без алкашки. Кормилицы, кормилицы, кормилицы. Где техника? А, пицца? О, неси. Ну, отложи. Пиццу, пиццу, люблю пиццу. Пицца? Нет, чувак, она засохла. Это пицца, она засохла. Вот, вот, стучит, она засохла. Дим, есть пицца свежая? Тогда я так не играю. Мы эту кормилицу чуть не пропустили. О, тут кто-то разорвал вынос хаты. Только скажите, что там проигрыватель. Чемодан. Для проигрывателя? Ой-ой-ой, я ж тебе сказал. Видишь, я как чувствовал. Швейная машинка. Ребят, Подоль 142 модель. Вот столько она стоит на Авито. Вот она в полном комплекте. Даже педаль есть. Даже чемодан есть. Вот провода. Электрический мотор. Топчик. Забираем. Ну, чемодан чуть-чуть подушатался, но ничего. Пошечка просто, ребятки, топ. А Дима не хотел на эту помойку заезжать. А я этот чемодан приметил сразу. Ты накинулся, но я его раньше тебя увидел, понятно? Так что эту швейную машинку мы будем делить пополам, сука. Что тут у нас? О, топовый мешок для находок. О, елочка топовая, смотри. Топовая елочка сложенная. А зима-то не за горами. Вот елочка. Я не пойму, тут в черных пакетах вынос хаты или что? Сейчас проверим. Дима говорит, кеды нашел Calvin Klein. Дай гляну. Какой оригинал? Ты что, с ума сошел? Посмотри. Ну, качество, да, хорошее. Но им жопа. Даже если это Арик, это просто ну шляпа полная, ребят. Ну, вроде бы... Да, кстати, да, Арик. Кельвин Кляйн, блядь. Шляпа. Нам надо, если Кельвин Кляйн, то в идеале новый. Что? Лазерная указка? Жаль, что она не работает. Лазерная указочка в ребятке. О-о-о-о-о, с колесиками. Ребят, кеды с колесиками. Зацените. Вот эта пушечка в ребятушечке. Их взяли, порезали. У суки! Суки, порезали!
оригинальные 35-е Nike как новые взяли, порезали. Ой, да, твари, ой, твари, ой, твари. Сука, ненавижу таких людей. Ребят, зацените, Adidas оригинальный взяли, порезали. Ой, твари, а. Даже шлепки ебучие, зарыганные, сука. Сука. Просто, блядь, кинуть вот так в ебучку. Та, которая это выкинула. Оно, в принципе, имело на это, конечно, полномочия. Но зачем так делать? Ведь... Помимо нас тут еще роются те люди, которые реально нуждаются в одежде, у которых нет одежды. Мы-то не нуждаемся, потому что мы в помойках очень много находим, у нас такие запасы одежды. Но есть те, которые реально люди нищие. Не успели подъехать, тут уже я смотрю, Nike оригинальные, как монархи. Ой, у меня такие же, кстати, только расцветка другая, оригинальная. 43-й, блин, на меня маленькие будут, на продажу пойдут. Какое? Где ты увидел, что это Арик? Вон бирка шляпная, это паль. И жопа подошве. Ты что, обсираешься, Димон? Нет. Это от находок у тебя все. Чердак срывает. Лоточек. Так, изи-бустик. Изи-бустики вот эти пойдут на продажу. Даже с треснутой подошвой. А не, ну тут жопа прям ей конкретно. Пальто сейчас на осень будут покупать. О, стой. Аккуратно, у меня бижутерка вывалилась. Куда руки у тебя, блядь? Духи, пробничек, сережечки, вот они. Комплит. Вот еще сережечка. Сюда не лезь! О, чехольчики на iPhone 13 Pro. Ух ты, прикольно. Только это на Pro Max, на огромный. Ненавижу эти Pro Max. Вау, колье а-ля жемчуг. О, для Apple Watch браслетик, прикинь. Может, даже оригинальный хз. Для Apple Watch браслетик. Как же вы давно не попадались уже. О, весы напольные, Tefal. Ну, это покупают. Нормальная тема. Вот это топовые очки. Ха. А что это там? Детская все? Смотри, у меня очки топовые. Пистолеты. Очки-пистолеты. Неплохая. А, вебка. У меня такая была. Она в HD 720p снимает. Logitech. Неплохая реально вебка. Logitech HD 720p. Ребят, столько вот она стоит на Авито. Ну, а нам бесплатно из помоечки. Так, кормилица, ребят, топовая. Мы тут в прошлый раз нашли компьютер. О, и в этот раз тут тупо пакет с техникой стоит. Не успел подойти к кормилице. А тут вынос с хаты, смотри, какой-то. Milk Shower гель. На, с перцем, на. Ты сюда вот это не смотри. Полярис, да, Полярис. О, форма для выпекания. Вот эти формы берем. А это у нас кофеварочка, чувак. Так это можешь себе оставить. Кофе молотый находишь, понял? Сюда засыпаешь и кофе делаешь. По-любому рабочее. Так в пакете и заберем. О, чайничек в коробке. Новый купили, старый выкинули. По-любому. Смотрите, вангую. Ну да, вот он. Шляпа металлическая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чувак, нифига себе. Вот это красота, это тебе домой. Обалдеть, какая подставка для ножей, ребят. Она еще и крутится, вот смотрите. Крутится, а вот ножи внутри вот такие неплохие. Вот это наборчик у Димочки теперь есть, топчик. Такая помойка радует нас часто. А, вот и точила. А вот точила для ножей, вот. Чик. Помоечка как балует ребятки. У меня тут вон, тут обувь, вон. Обувь вон, вон, обувь вон. О, Пума. Кроссовки порванные, жаль. Пума. Ой-о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 й
порты. Срок годности какой? 1 сентября. Ой, так ему жопа. Сейчас уже август, правильно? Гениально. 7 дней торту. Да, 7 сентября сейчас. Но это жопа-то. Дима, а можешь понюхать? Вот очень хочется мне тортик. Блин, ну 7 дней, я не знаю, наверное, лучше не стоит рисковать. О, еще тортик. Прикинь, тортовая помойка. Вот 1 сентября тортик. Ну, видно, подзасох. Куда тут столько тортов? Не пойму. Тортовая помойка. Какая кормилица забитая всяким интересным. Так, надо поаккуратнее, чтобы тут не насорить. Опа, что-то там припрятали, я заметил. Вот, что-то вот тут вот припрятали. Дима,
Здесь солнечные батареи. А я думал, солнечные батареи. Вон тут медь, смотри. Нифига, теплый пол, ребят, зацените. Ни разу не находил его просто. Подумал, солнечные батареи. Электрический, да, это теплый пол. О, топовый HQD. С зарядочкой Type-C. О, одноразочка. Прикинь, она рабочая. Она работает. Ее как будто кто-то потерял, она как новая. Помойка скуривает ребятки. Вот это вообще не одобряю. Это очень зависимость вызывает. О, на дне мы. А что это у тебя там? А, я думал, там у тебя ствол. Ты со стволом не ходишь? Нет. А что это у тебя тут? Я постучал, как будто ствол. Или чё? Это хобот у тебя? Откуда у меня сзади хобот? Ну, может, такой большой. Ребят, как вы думаете, это у него там хобот или все-таки пистолет? Ребят, посмотрите, кого мы в помойке увидели. Голубек. Вон он сидит и шатается. О, наверное, он помирает. Через пакет. Рука видит зубы. Не бойся-то. Он очень старый и больной. Он заболел. Это не птенец вроде как. Это птенец. Птенец это? Вроде это птенец голуби. О, его едят какие-то, о, какие-то мухи. О, о, все, отпускаю тебя. О, это птенец? Больной орнитозом голубь. Но я его просто выпустил, пусть бегает все. На то в помойке он бы так и не вылез отсюда. Голубек, не переживай ты, все наладится, вылечишься. Ну тут да, голубиная помойка. Тут их, они обитают, живут и едят вот с ресторанов. Ой-ой-ой, это тут вынос с ресторана. Банки с чем-то. Это кто-то выпекает булки. Вот, смотри, краска. О, еще краска. Вау, так это дорогая. Зеленая, вау. Офигеть, так тут даже он. Еще что-то есть. Вау, топовые металлические уголки для полки. Вау, шоколадные эти пончики или чего? Обалдеть, выпечка свежайшая. Не наступи, Дим. Ой-ой-ой, как тут булками пахнет с этого пакета. Ребятки, я сейчас буду дегустировать круассаны с помойки. Беру первый круассанчик, они очень свежие вроде как. Так, а где начинка? Ну это с шоколадом. Этот ленивый, без начинки. Вот он, шоколад, вот, вытекает. Вот. Вот топовая кормилица. Что-то она так разорвана. Вообще жесть. Конкуренты ебучие. Блять. Ты кто такой, нахуй? Что за хуйня? Я? Ты что, наш конкурент, что ли? Тоже роешься? Да. Здорово, блин. Поделишься помойкой? Говно вопрос. Хлебушек ищу. А? Есть что-нибудь жахнуть, выпить? Алкоголя на это? Да. За рулями. Я шел, какие там, я видел какие. Я знаю даже, где вы были. Да вон на следующем муже. Ну да. Ой, я поехал. Отдыхайте. Лукайся отсюда. Вася. Шумно, да? Да, да, да. Привет. Нормал. А ты как? По тихой грусти? Я постоянно. Кто тебя в ухо ударил? Что-то кровь у тебя там. Не понял. В ухо кто-то тебе дал. Нет. У тебя кровь в ухе. Вон. Ты как здоровье вообще? Нормально все? Не? Все нормально. О, блядь. О, чуть мопед. Мотоцикл не снес. Тяжелый. На, подержи. Металл. Парашюты? Два. Два. Запасной. И кирпичи. Значок четкий. О, это XXXTentacion. Либо скинуться, если не раскроются. И улетел. Прям на землю так, лепчёшки. Пах. И всё. Бах. Стой, не двигайся. Ты заминирован. Ну, я
ты думаешь, я шучу, что ли? Сижу здесь от них уделать? Блять, страшно. Ты друга подцепил. Он откуда вылез? Витёк, да ты чё развёл насекомых? Это твой друг, это твой карманный, он в карман, карманный. Смотри, он в штаны полез. Смотрите. Ну что, видео делаешь? Ну. Ты зачем его съел? Нет. Он просит помощи. Сейчас он слипся там весь. Он просит помощи. Ух ты, блин. Красавчик. Вот кормилица очередная. О, как дарит она суши. Нифига себе, так они вроде хорошие. Смотри, какие на вид аппетитные. Как свежие, как будто. Я поел. Открыты были? Да, меня смущает то, что они вот так лежали, тут тараканы бегают. Вот тут, да, что-то такое. Вот, зубная паста, смотрите, ребят. Президент Классик. Представляете? Президент Классик, вот. Целая абсолютно. Даже внутри видно, что там находится. И сумка от... фирмы Борг. Это дорогая очень бытовая техника Борг. Вот зубная паста, новый жемчуг. Только, кстати, посмотрите внутри, как она, какая она некрасивая, эта зубная паста. Что-то смущает меня. О, скраб топовый, я таким пользуюсь для лица. Вот еще. Мыльно-рыльная.